Хэштег «Тверь, пойдем гулять» вы сможете увидеть практически на всех баннерах областной столицы. И неспроста уже в эти выходные обычный уикенд превратится буквально в фестиваль интересных событий. Наталья Федорова изучила праздничную программу. Праздник города жителей и гостей региональной столицы ждет множество мероприятий различного характера. Откроем тайну. Мероприятия начнутся заранее, уже в субботу. 16 и 17 июля Тверь вновь станет литературной столицей России. В эти дни пройдут Дементьев фест и традиционный всероссийский слет молодых поэтов «Зеленый листок». Также в течение дня на набережной Афанасия Никитина состоятся соревнования по различным видам спорта. В 5:30 утра стартует чемпионат города по спортивной ловле рыбы спиннингом «Тверская блесна». А уже в 11 часов на Волге пройдут соревнования по гребле на лодках «Дракон» и показательное выступление на сапах, каяках и яхтах. С 12 до 14 часов на теплоходе Лиза Чайкина можно будет насладиться выступлением духового оркестра под управлением Павла Смирнова. А после прогулки на теплоходе вы сможете получить приятный бонус. Скидка 10% на посещение площадки в бизнес-центр «Тверь». Только не забудьте свой билет. Жители столицы Верхневолжья ждут с нетерпением День города. Например, эти молодожены, для которых предстоящий праздник станет продолжением их семейного торжества, свадьбы, состоявшейся в эту пятницу. Планируем сходить на День города, также погулять в этой красивой и прекрасной атмосфере. Так скажем, отпраздновать уже вдвоем. И отпраздновать, да, День города с семьей. А на территории горсада можно будет посетить презентацию щенков из приюта для животных, программы библиотеки имени Горького, союза женщин-предпринимателей, спортивное шоу на газоне и мастер-классы для детей. Ну а приятным завершением праздника станет традиционно салют в 23 часа. Кстати, лучше всего его будет видно на смотровой площадке в бизнес-центре «Тверь». Бронирование столиков уже вовсю идет, так что желающим увидеть салют с высоты птичьего полета стоит поторопиться.